Эксперименты, которые не рекомендуется повторять. Предел прочности. Этот дом обречен взорваться. А детонатор – водонагреватель с неисправным клапаном, что означает поднимающемуся давлению некуда деваться. Так, 17,5. После 24,5 процесс станет необратимым. И может случиться все, что угодно. 18,5. Интересно, этот чайник тоже не закипит, пока на него смотришь. Но это же правило. 18,2. Может, анекдот расскажешь? Слышал про двух парней, которые пытались взорвать дом. Я тоже не хочу отворачиваться. Хочу шнурки завязать. Боже мой. Возьмите обычный водонагреватель, какой есть почти в каждом американском доме. Уберите один маленький клапан, и результат будет ужасен. Абсолютное уничтожение. Возможно, вы уже звоните своему слесарю. Как после урагана. Как будто торнадо прошелся. Тут неустойчиво. Здесь опасно. Когда думаешь, как бы нам сломать дом, никогда не предполагаешь выбить все четыре несущих стены сразу, потому что это кажется невозможным. А водонагреватель в один миг это сделал. Красота. Смотри на холодильник. Подожди, что это, след от удара? Да, весь покореженный. Знаешь, формой напоминает нагреватель. Да, форма нагревателя. Пожалуй, я побегу домой и выкину все свои нагреватели. Я внезапно прозрел. Водонагреватель скорее не бомба, а ракета, которая проломится через два этажа в крышу со скоростью более 800 км в час. Он все еще там? Я точно что-то видел, вон там. В 300 метрах от взрыва парни нашли водонагреватель массового уничтожения. Так. Устройство, которое взрывает стены дома, это был запуск ракеты. Ее хватило на то, чтобы сравнить.